И что, вот что это за беспредел? Это просто беспредел. Если бы у меня вот здесь стояла шашка, да, и было бы написано такси, не вопрос. Штрафуйте, а за что меня штрафуют? Что я подъехал к вокзалу, высадил друга, и человек подошел и говорит, отвези меня до политеха, а я на своей машине что, не имею права отвезти никого? И лицензию. Чего лицензию? На перевозку пассажиров. Откуда же у меня лицензия? Ну а как же вы перевозили пассажиров сейчас? Легко. Как легко? Вот сел и поехал. Сел и поехал? Да. Ну так вызвали-то вас сейчас через службу такси, и подъехали вы с известным госномером к конкретному адресу. И чего? Что приводит нас к мысли о том, что вы занимаетесь перевозкой пассажиров. Разумеется, но получается, что нелегально. Разумеется, нелегально, вот еду. Как легально? Ну так, легально еду. Лицензия, будь любезна. Нет лицензии.